И этого лучера еще забери. Ты, может, ты другим шаманом хочешь, потому что я тоже хочу пролить эту триню. Я, наверное, выше по ЕПГП. Да пофиг, тогда заберешь. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний... А что, эта триня лучше идет? В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Давайте, если не сдохнете, то может и бессмертие сделаем. От вас зависит. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. И самый... Тут пузыри так они... Призван Гормак, пронзающий бивень. Ретри, ты чё бафаешь? Наверное, кулак. Да, на этом боссе даем Геру. Да. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь... Я на АП крикнул, я не буду на ХП кричать, пока кулак не надо. После твоих уже прожимаюсь, это он дисконнект. Умер. Мусуй. Нет. Берет. Лужа. Вообще лучше, чтобы его пал держал, потому что пал баблом может снять, а они сейчас будут такси не стоять оба. Тебе придется ловить. На пульте на Майдан. Следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Что ты был добавить во фрошмоте?
бессмертный. Ну, сложно умер. Да не бессмертный. Танбаф вы убили? Конечно. Красавчики, блин. Виталик, говорю, этот ульту пойдешь за спятку после ВК? Чего, блин? Ульду 25-ку. Че, на пожарника я бы сходил бы. А я сегодня уже был в Ульде. Ты ничего, два раза не пидорас. У нас две дня, когда я. Это ты дома будешь оправдываться, блядь. Баня против ледяного рева. Баня против ледяного рева. Все чудовища повержены. Пояс, кинь на ролл. Мне надо пояс. Первый. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Четвертая пати. Да. Нет, не надо. Приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Тебе по жизни повезло еще. Трисия, привет. Не поверишь, только ты ушел, мы убили Лич. Это он с собой разговаривает? Ну да. Охуеть, блядь. Трисия, сука. Так меня еще не обижали, конечно. Прости, я перепутал твой голос. У тебя просто фонит, как у него. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Освободите местечко Хилам поближе к боссу. Отойдите, милики, наверное. Их надо слить, они сейчас опять начнут его яшить, мы сдохнем. Беги, малышка, беги! Вот от кости!
каст, или когда стаки были. Ты лучше дотачников лес. Не спалите сразу просто. Там сразу молния бьет, после страха даже не успеваешь. Да не, жопа, наверное, сейчас будет. Может, рост? Тань. Мы же без смертей идем, да? Это смешно, как-то ничего. Да не, ну ты его поломали, что-то у него в стаке сразу же и молния идет, прям не успеваешь достать. А, такие успели до инфернала будет нормально. Я давно такого не видел. Играть с темной магией. Да, утешение упало в ГЦ. Эх, чужие не пошел, хули пристал. Ты че трофеи не ролишь? Кидай мне штаны и штаны и эту руку. Мне не надо. Уберите тотем, я допустил. Помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! А талисман мне тоже надо. Давайте, может, пароли? Кидаю на роль. А, у меня он уже есть. Кому трейд? Кому отдай? Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Че я отдам тебе? Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Демона забрать от него. Есть кто-то в ВК еще? Сражайтесь во славу Альянса Героев. Это надо. Где? Там же Рома хотел, или кто там был, на где мой петь? Берн, идешь или нет? Кто-то пойдет на ИВК, два босса осталось. А кем можно? ДД каким-то. Кем эти? ДД. Он пати кинь могу, написал в чате. Дай шкаф трону. Дышка, фец, лок. У меня с первого босса, у него интернет выпал. Шкаф, шкаф. Лока первым. Лена, ты тут? Ну, ретри же Лена. Да, я тут. Кулаки дай. Килы в танке. Пьюэ в танке. Слова. Каски дай. На роге нету, на магии нету. На хенте нету. Дайте масс баф, пожалуйста. Нету бафов на магии.
И друид может бафнуть. Мне каску дайте. Каску, кто там дает? Паладин. Беги, малышка, беги! А диспел выйдет? Ну, который точечный. С боссом. Так сам. Он меня сначала в оковы, я не смог убежать. Убиваем череп. Череп, Рейди, убиваем череп. Руля контролем. После черепа будем бить крестик. Нет, его утянули. Что с ним сделали? Ути. Кинули на слово ути. Если бы сказал грипнули, то тут половина не поняла. Утягивают госбюджет, а этих уводят. Распилили. Да ладно, неплохая шутка же была. Дальше в луну. Дальше после этого в луну. Сейчас бабл будет диспелем. Там кружок. Беги, малышка, беги! Звук выключит. Игровой. Удалить Варкрафта. Персонажи. Или это еще удалить? Которого нету. Тут прям кубик утрасен. Слышали? Смешно же. Не спешите, будет от луна закашлялся. Опять горло сорвет, да? Ну ты вот. У вас уже фул? Нахера я заходил? Ты, блин, зашел через 5 минут, мы уже добиваем чембов тут много, блядь. А сколько, блядь, я в 5 окон играю? Когда ты думал, я зайду? Через секунду? Мага. Вот сейчас в Урбил сходишь с нами, весело. Как сделать в Ульде дворфов без их убивания? Ну, посмотри, сколько у тебя дыхания наносит урона. И столько мобам оставляй хп. Я, короче, полностью голый становлюсь. Ну, раздеваюсь в ноль. И все равно убиваю дворфа с одного кулака. И парадокс в том, что если я даже не трогаю трэш, то трэша так до хера становится, что они в один прекрасный момент срываются, убивают всех НПС.
И они больше не чинят эти гарпуны. Тогда тебе другой вариант. Дождись берсы босса, и под берсой он дышит, соответственно, больше. И там чуть ли не пол хп он потом дышит. Когда берсы? Я ждал уже 15 минут. Но у нас это багается, если босс в берсе, уже его нельзя спустить на землю. И все. Нет, он просто кидает шарик, который наносит урона. Я на офе не могу чего сделать. Ну, это было на 80-м левеле делать. Понятно, блядь. Ребят, меня выкинуло из рейда. А меня что-то на лову призвало. Я вступал в очередь перед рейдом, блядь. Ну вот, уже есть лот в ВК теперь. О, блин, сори, я не знаю, что за бред. Клёна, если тебя подомашит. А тебя спросила, типа, хотите на лову, да, ты принял. Нет, так я до этого регнул, оно у меня сейчас ОВО начиналось, и меня сразу туда портануло. Она меня даже не спрашивала уже, кто там раз. Было два вопроса просто. Первый раз, вы хотите на ОВО? Он такой, нет. Он щиток упал. Такой, это абсолютно бесплатно. Он такой, конечно. Слышь, пойду, мой, щиток тоже кинь на ровно. Славик, блядь. Дружище. Битва с королем личом. Вынь писюн с арта и дай мне пати, пожалуйста. Я вырежу, что это не Трисия. Какой трофей. Чего мне говорили, что это не Трисия говорит? По голосу слышу. Что за это Трисия? По голосу ты что слышишь? Тебя. Ну, короче, я заболевший, наверное, как нормальный Трисия, да? Да. Ну, хуёво тебе, чё, ну? Что, чё-то? Утром поднимаешь телефон, блядь, тебе уже вроде как родители звонят, а там всё равно голос Трисии слышится, блядь. Паранойя. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Дайте, пожалуйста, касту Волку и Интеллект. Ой, жопа нам на ОО. Альянс нас разделывает на запчасти. Паладина в каску. Пусть состязания начнутся! Каску Волку. Можешь вот, короче, найти в первой пати паладин и вот ему в ПМ это писать. Может, он Сход, возьми белую воронку. Лара, дай вот, каску. Вот это Кончита бафает каску, да? Ну, с первой пати паладин, вот он баф. Вот ему в ПМ. Спасибо. Какой ты жесткий. Дай еще Локу каску. Поставь пальни пауэр и не парься. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Вот и хуёвый кор. Да, там Моровин, кажется, танчит. Ой, да танчился, блин. Обнови орехи же, господа. Это жизнь. Чё с хилами? Хил и хил. Над хил. Сержик, поднимай. Сержик, поднимай Моровин, да быстрее. Клёна, поднимай. БР-нул. Уже БР-нул.
Пробафайте муравьину. Жри СПД, повесь орехи на БДК. Я способный, смотрим. Везет вам. Как на личии сегодня. Не, дебаф получаем урон увеличен на 20%. Вот этот дебаф. Тебе повезло, блядь. Блядь, не остановить! Ринканите детали смерти ДК, чего он умер? Там что-то сильно, по-моему, прилетело. Так, всегда прилетает. Ну, типа там не было возможности скастовать у него что-то. Я умер и не мог гибать. Ну, линканите, я хочу посмотреть. Мне здесь нет этого дела. Мастерию на себя кину, наверное. И умер. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Венспилс нет. Кто помогает? В чем? Под льдами Нордскола. Профи. Ну вон, я 90 кин. 98 пистола, 97 дизармор, 90 венспилс, 84 суслятинка. Тебе дать этот трофей там на шмотке? Вот смотри, его с 96% сложило меньше, чем за секунду. Да, и суслятинка, если ты давал. Но на самом деле, если бы на нем в тот момент были орехи, то он бы, наверное, выжил. Нету. 4. Плюс я еще ДЦ. Нас Альянс сейчас порвет на Ола. Касок нет. Да мы сейчас на Ола придем и победим, не переживай. Когда вы не успеете. Даже не успеете выйти из инста. Пробили гады ворота передние. Рыбы нет?
Это место станет вашей могилой. Вы там определитесь с ним, кто с какой стороны танчит. По одному моба на последней фазе поддержать в контроле. Это жесть. Прикиньте, через стены пробивает пушек. Тупо через стены. Под самого босса. Ближе. Искушение не достает вообще. Пальцы обновил на них, на мобах. Обновлял. Пойдем еще одно ЛК или это все уже спать? Что спать? ЦУК еще какой спать? Кто спать, Паша, пойдет ты, Ваня? Угу. А куни моя? Не, я РНБ сейчас читаю. Улю пойдем, что? Да не, улю уже поздно. Не жаль, что так с ЦУК сломалось. Ну, сломалось, что поделать. Ну, на шипы забегите, кто там на белые. Кидай орехи, орехи на выйду или сумасводу. Кстати, Славик, да, там в группе есть у Славика пост, там на кого записать гайд. Вот отпиши туда. Вик, еще кто-то надо? Жрись под окинь орехи на Вайда или сумасвода. Вот он сдох. Молодец. Войд. Мы ж пойдем сейчас ЦУК, правильно? Возможно. Без аэродрома прошли и без смертей, кроме Приста. В смысле, я хули Пристом был? Я говорю, что без аэродрома прошли. Если хули Прист, по сути, тот же аэродром. Многие говорят, нет. Чего, блять? Ульда сказали, сейчас будет, заходи в Ульду. А мне послышалась хуйня вроде того, что типа Холи Прис тот же самый Редру. Сука, я просрал его. Тут же самое затешалось. Конечно, блядь. Ну, вообще то же самое. Подожди, кольцо-то дай на ру проявление Урида.
Много токенов напало, упало, да? Токены присла. Все, у Альянса крепость. Ребята, вот у меня такой вопрос такой. Есть одна печенька, и не знаю, что осветить. Руки или грудь лучше? Грудь, конечно. Спасибо. Чем больше грязи, дает, тем освещение. Дай пати, ты мне пати не дал. Что ты говоришь, Вуди? Слышишь? Больше статов в груди. Ты осветишь грудь, ты больше выигрыш получишь, чем руки. Дай Рамзесу ЕП. Я ж был в рейде. А в чем я в статах в груди побольше? Да. То лишь ЕП получил тогда 25 человек головы. Гэндальф лишнее ЕП. Минусуйте косарь. Ну ладно, там отминусовать 500 можно. Нужно подойти ближе.